Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Наступление нового 2013 года участники ралли-марафона «Сонангол Африка Эко Рейс» встретили на биваке неподалеку от Уедраа в Южном Марокко. Для механиков команд праздничная ночь была полна забот, ведь гонщиков ожидал четвертый этап протяженностью 451 километр, из которых 343 километра в боевом режиме. Отличная трасса, часто песчаная, каменистая в ущелье, с быстрыми участками, пересекающими русло реки. Уже на старте стало очевидно, что простым этот день не будет. Лидер гонки по итогам предыдущих этапов Жан-Луи Шлессер в начале дистанции заметно снизил темп, но уже ко второму контрольному пункту начал нагонять конкурентов. И вновь, как на предыдущих этапах, показал лучшее время. Жером Пелише уступил Шлессеру всего 3 минуты и 13 секунд. В пятерке лидеров дня также Мирослав Заплетал, Джеки Ломанс и Пауло Феррейра. В классе грузовиков дистанцию четвертого спецучастка быстрее всех преодолела Элизабет Джосинту на Мане. Сразу после триального участка она нас опередила. И мы немножко добавили в своем темпе и поехали за ней. Была очень бугристая местность, песчаная. И увидели, что в пыли она легла на бок. Это было еще удачно для нее. На участке было много растительности, но я не снизила темп. И в результате грузовик опрокинулся на бок. Они были очень добры и помогли мне поставить машину на колеса. Я счастлива, что все так хорошо завершилось и рада, что выиграла этот этап. Антон Шибалов на КамАЗе стал вторым по итогам дня, но он по-прежнему лидирует по сумме результатов всех прошедших этапов. Томаш Томичек сохранил свою третью позицию среди грузовиков. Продолжает радовать российских болельщиков экипаж Григоров Мишин на прототипе «Оскар». Антон Григоров дважды принимал участие в ралли-марафоне «Шелковый путь», и, вероятно, полученный в песках юга России опыт помогает уверенно справляться и с африканской пустыней. Экипаж сохранил по итогам дня седьмую позицию в классе внедорожников. На старт этапа вышел только один казахский экипаж из трех заявленных на гонку – Канат Шагиров и Александр Мороз. Они успешно преодолели спецучасток и пока занимают 18-ю позицию в абсолюте. Машина себя показала очень хорошо, она нам показала все, что мы от нее ожидали. Замечательно, быстро, доехали без поломок, без ничего. Впереди пятый этап ралли-марафона – Уедхамра – Дакхва, который завершит марокканскую часть дистанции.